Появилась статья, друзья. Швейцарские сайты начали почему-то активно писать про патриарха Кирилла. Но если вы послушаете, что они пишут, тогда вы поймете, почему именно швейцарские газеты и почему именно Кирилл, и что не так в данном вопросе. Вопрос сложный, не такой легкий. Ну, давайте начнем хотя бы рассматривать, что же не так с патриархом Кириллом. Патриарх Кирилл, как утверждают швейцарские газеты, работал на КГБ и осуществлял разведывательную деятельность в 1970-е годы в пользу Советского Союза. Как пишет швейцарская газета «Tages Anzeiger», ссылаясь на рассекреченные полицейские архивы. Речь идет о периоде, когда Владимир Гундяев, имевший оперативный псевдоним Михайлов, был официальным представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. Журналисты ознакомились с документами в архивах швейцарской федеральной полиции за период с 1969 по 1989 год, которые, по их словам, подтверждают, что Гундяев был связан с КГБ. После этого он вернулся в СССР и начал быстро продвигаться в церковной иерархии. В 1971 году 24-летнему священнику Кириллу разрешили переехать в Женеву, чтобы представлять русских православных верующих на Всемирном совете церквей. Вы представляете, какую сзади нужно иметь сильную спину или мохнатую руку? Здесь уже неизвестно что, но чтобы тебя в 24 года послали в самый центр коммунистический, это Женева, где находится Всемирный совет церквей, да еще и быть представителем православной церкви за границей. Вы знаете, что это нужно иметь? Я даже не знаю, какую родословную нужно иметь, чтобы поехать туда. Друзья, это невероятно. В 24 года это точно невероятно. Итак, в 24 года священнику Кириллу разрешили переехать в Женеву, чтобы представлять русских православных верующих на Всемирном совете церквей. В автобиографии бывший консул при советском посольстве в Женеве Вадим Мельников называет Кирилла не просто дипломатом, а офицером КГБ. Это в архивах. Из обнародованных позже советских документов историки и журналисты сделали вывод, что патриарх Кирилл работал на КГБ в Женеве под псевдонимом Михайлов. Он должен был собирать информацию о членах Всемирного совета церквей и влиять на их отношения к Советскому Союзу. Что уж он там должен был делать еще, друзья, разве напишут? Это так официально, ни о чем, собственно говоря, что он там на кого-то должен был влиять. А каким образом, вообще-то, молодой мальчишка в 24 года влиять на стариков? Каким образом, а? Каким можно образом влиять на стариков, которые представляли свои церкви? Экуменистический центр. Каким образом можно мальчишке повлиять на стариков? Ну вот тем самым, да, друзья. Я думаю, что, наверное, тем самым. Я просто не знаю. Я предполагаю. Русская православная церковь отказалась комментировать предполагаемую шпионскую деятельность Кирилла в Женеве. А Всемирный совет церквей говорит со своей стороны, что у него нет никакой информации по этому вопросу. В октябре прошлого года в тихом пригороде Женевы неизвестные измазали красной краской вход в крохотный православный храм на вилле, примыкающей к этой часовне. Это, друзья, отдельный православный храм, который принадлежит Московской патриархии. Есть еще Русская православная церковь, которая находится в старом городе в Женеве. Это старая церковь. А этот православный храм, он как бы частный. Это сейчас я понимаю, что он частный. Тогда, когда
Еще в 80-х годах, друзья, я думала, что он не частный, что он принадлежит Московской патриархии. Сегодня я понимаю, что он, конечно, частный. Я там была много раз и знаю хорошо это место. И когда еще Сергий, митрополит Солнечногорский, там служил, приезжал Кирилл в гости, праздники были, борщ варила матушка Татьяна. В общем, были просто праздники, было весело и довольно-таки по-семейному добро. Так вот, на вилле, примыкающей к этой часовне, долгое время жил нынешний патриарх московский Кирилл, ставший одним из самых видных сторонников войны Владимира Путина против Украины. 19 января журналисты снова его увидели с серебряным скипетром в руке, тиаре с изображением Иисуса Христа на голове, осуждающим сумасшедших, мечтающих победить великую Россию и рискующих привести к концу света. Эти слова имеют вес. Патриарх Русской Православной Церкви с 2009 года Кирилл I является духовным лидером более 150 миллионов верующих. Как так считают, не знаю, но так считается. Официально у него, вероятно, мертвые души тоже подсчитаны. 150 миллионов верующих, ну так говорят в Женеве. И это делает его эквивалентом Папы Римского в католическом мире. После российского вторжения в Украину его риторика стала более резкой. Через 3 дня после начала войны он заявил, что Украина является частью русской земли, которую необходимо защищать от иностранного вмешательства. Он обвиняет жителей Запада в том, что они хотят заставить Украину организовать гей-парад в знак приверженности материализму. Патриарх Кирилл в Цюрихе в 2016 году во время открытия храма Воскресения Христова, Кирилл I, как его здесь называют в Швейцарии, тонкий знаток западной культуры и настоящий любитель Швейцарии. «У меня особое чувство к вашей стране из всех стран мира», как он сказал на открытии храма Воскресения. Он сказал так: «У меня особое чувство к вашей стране из всех стран мира, пожалуй, это та, которую я посещал чаще всего». Патриарх жил в Женеве в начале 1970-х годов, после чего, согласно исследованиям, он посетил Швейцарию не менее 43 раз. Помимо увлечения лыжами, в 2007 году он даже сломал ногу на швейцарском склоне Альп. Религиозная дипломатия, шпионаж и финансы постоянно возвращали Кирилла в Альпы или на берега Женевского озера. Газета в Швейцарии вышла «Шпион, который любил нас». В 1971 году Кирилл по гражданскому имени Владимир Михайлович Гундяев начал свою деятельность священником в атеистическом государстве в Советском Союзе, где едва сохранилась православная церковь. Он был направлен в Женеву, чтобы представлять московский патриархат на Вселенском Совете Церквей. И в то же время Кирилл возглавлял крохотный приход на улице Бумон 6. Он был очень молод, он очень уверен в себе, зычным голосом. Мы могли видеть, что он был честолюбив, вспоминает женевец, знавший его в то время. Кирилл со своими женевскими последователями в начале 1970-х годов очень много общался и дружил. У него довольно блестящая интеллектуальная подготовка, уточняет Антуан Невё, профессор русской культуры Лотаринского университета. Это тот, кто хорошо говорит, легко выражает свои мысли, легко импровизирует. Вадим Мельников тогда работал консулом в советском представительстве в Женеве. В своих воспоминаниях этот бывший полковник КГБ советской секретной службы рисует трогательный портрет Кирилла. Какой он был красивый в молодости. К сожалению, он не был женат.
потому что был монахом. Но женщины любили его. Он был высок, молод, улыбчив, всегда в хорошем настроении. К нему тянулись люди. Между прочим, он скорпион по знаку зодиака. И хочу добавить, что мало того, что он скорпион по знаку зодиака, это накладывает некоторый отпечаток, конечно, он еще дружил с Джуной. А Джуна, это у нас женщина была, маг, колдунья. И Кирилл очень много времени проводил с ней. Женевец, знавший Кирилла, сказал: «Нам сказали, опасайтесь этих священников, потому что они агенты КГБ». Но его деятельность как священника – это только одна сторона медали. Потому что Русская Православная Церковь заключила договор с советской властью. Он может выжить, иметь небольшую открытость для зарубежных стран, но взамен шпионит в пользу правительства, согласно рассекреченным архивам. Кирилл уже был агентом КГБ под позывным Михайлов в феврале 1972 года, когда жил в Женеве. То есть он приехал уже агентом КГБ. Вот о чем пытаются сказать нам швейцарцы. Дело, установленное на русского священника швейцарской федеральной полицией, с которым ознакомились журналисты. И говорят они так, что нам сказали, опасайтесь этих священников, потому что они агенты КГБ. У меня всегда было ощущение, разговаривая с ним, что он ищет информацию. Это говорит знакомый из Женевы, который знал Кирилла. Он был очень дружелюбен и задавал очень много вопросов. Сегодня Русская Церковь отказывается комментировать шпионскую деятельность Кирилла в Женеве. Экуменистический центр, институт Босси, где Кирилл читал лекции в годы своего пребывания в Женеве. По словам племянника Кирилла, который сменил его на посту представителя Московской патриархии в Женеве, Кирилл не был агентом, хотя и находился под строгим контролем КГБ. И это не повлияло бы на искренность его приверженности экуменистической работе с другими церквами. То есть в данном случае я хочу заметить, что Кирилл, как и все президенты всех союзных с нами республик, пытается на азиатский манер, пытается своих родственников поставить к власти. То есть он уехал из Женевы, но он поставил туда своего племянника. А вот племянник ли это или его сын? Ведь официально он не имеет права иметь детей. Но при такой любвеобильности Кирилла, при всем том, сколько вспоминают женевцы, он принимал балерин Большого театра, ножки вверх, ножки вниз. Вот такой был Кирилл. Он, конечно, красавчик парень был, очень грамотный, очень умный, эрудированный. Это то, что закладывается с измальства в человека, с детства. Эрудиция не приходит со временем, с детства. Малышами должны дети ваши учиться быть эрудированными. И Кирилл, да, почему бы ему не иметь на стороне детей, друзья? Почему бы? Это, знаете, ведь как паханы наши, воры в законе, они же тоже не должны иметь детей и семьи. Но они имеют. А церковные служители что, не могут иметь? Поэтому они выдают своих детей за племянников, ну, за двоюродных племянников или еще каких-то. Нас это не слишком интересует. Я хотела обратить внимание на то, что меняет он сам себя на посту своим же чадом, своей кровью. Это прямо как, да, у арабских шейхов. Конечно, в Швейцарии все любят кататься на лыжах, друзья. И ничего особенного, если Кирилл, будучи молодым мальчишкой, 24 года, друзья. Да это еще ребенок. Кто ему сан такой дал, пост дал, вот это другое дело. А так еще ребенок, мальчишка, он катался на лыжах. Устраивал пикники в компании своих прихожан с бутылками хорошего вина. Бывший полковник Мельников помнит, как путешествовал с ним по Швейцарии на белом БМВ. Неслыханная роскошь для советов того времени.
В январе 1974 года дорожно-транспортное происшествие положило конец этим выходкам, и Кирилл уехал из Швейцарии в ноябре 1974 года. Что было? Какое дорожно-транспортное происшествие? Человека сбил? И быстро, я так предполагаю, друзья, и быстро ретировался в Советский Союз, чтобы не отвечать здесь по закону? Возможно, возможно. Но документов, видите, не приложили к статье, поэтому ничего не могу вам сказать точно. Конечно, швейцарцам известно больше, чем кому бы то ни было. И вот они приводят такой факт, что Кирилл возвращается, конечно, катается в Давосе на лыжах, где, по словам родственников, он останавливается в квартире ныне покойного студента американского университета. Кто это? Какой покойный студент? Что делает Кирилл в его квартире? Или это квартира Кирилла, а выдают за какого-то американского студента? Вы знаете, никто же не напишет, что это квартира Кирилла, да? То есть мы теперь понимаем, он останавливается в квартире в Давосе. Значит, скорее всего, квартира – это его собственная. На кого оформлена? Да это уже не так важно. У Кирилла есть друзья. Семья Саваретти, владеющая престижной квартирой с видом на Женевскую гавань. В 1960-х годах итальянец Пьеро Саваретти, в частности, способствовал созданию Фиат в СССР. Журналисты связались с его вдовой Ниной, которая рассказала, что познакомилась с Кириллом в Женеве в начале 1980-х годов. По ее словам, русский священнослужитель тогда приехал кататься на лыжах в жилье, предоставленное семьей Курмайоре в долине Аоста. В России молва приписывает Кириллу одно или два шале, которые якобы предложил ему Саваретти. Но Нина Саваретти отказывается и говорит, что ему здесь ничего не принадлежит, у него нет скрытых денег. Когда мы пошли в ресторан, он обратил внимание на свои расходы. В общем, это мы его пригласили, потому что у него не было денег. Вуаля! А ведь большие деньги получают представительство Московской Патриархии в Женеве. А у Кирилла, который является богатейшим человеком в стране России, не оказалось денег на ресторан. И только поэтому Нина Саваретти решила сказать, что нет, он бедный, у него нет денег. Это же какой позор нужно иметь, чтобы все время ходить за чужой счет, что потому что ты патриарх или ты священнослужитель, митрополит, ты должен ходить везде бесплатно? Это какая же совесть у наших священнослужителей? А далее, друзья, когда Кирилл заново приехал в Женеву, уже после какого-то там, не знаю, происшествия, он купил виллу Шен-Бужери. Якобы ее купила православная церковь в 1987 году с помощью советского правительства. Сегодня это место занимает его племянник, как я вам уже сказала. А на патриархе Кирилле якобы ничего не числится. С другой стороны, у Кирилла есть счет, открытый счет в крупном швейцарском банке, якобы на котором было несколько сотен тысяч франков. Но этот аккаунт был связан с его обязанностями во Всемирном Совете Церквей. То есть это не личный счет. Поэтому говорить о том, что несколько тысяч, друзья, не надо представлять Кирилла бедным человеком. Насколько я знаю, что наша русская православная церковь как раз получает 10% от нефтяных доходов страны. 10% получает русская православная церковь. И я это знаю из первых рук. Я была в том отделе, где они торгуют нефтью, фьючерсами. Я была там. Да, они в рясах. Парни молодые, да, в рясах. Все в порядке. Но это нефть, друзья. А Кирилла нам теперь представляют бедным. А куда же он свои миллионы и миллиарды? Куда же он дел сегодня? В 90-е годы после распада СССР в России возродилось православие. Ей нужны были деньги, чтобы восстановить свои церкви после десятилетий коммунизма. А сегодня что?
Российское государство предоставило ему коммерческие привилегии, ввоз сигарет, торговлю морепродуктами, драгоценными камнями. Каково? И, как я вам сказала, нефтью тоже. Самая прибыльная торговля нефтью проходит через Швейцарию. По словам бывшего агента федеральной полиции, тогдашний патриарх Алексий прилетел в Женеву на частном самолете, чтобы договориться о квотах на черное золото, выделенных церкви российским правительством. По его следам появился таинственный русский бизнесмен Виталий Кириллов. Знавший его швейцарец описывает его как блондина с очень путинской холодностью. Говорю мало, только по-русски с переводчиком. Он имеет репутацию близкого к спецслужбам. Его миссия, по разным данным, была продажа нефти для церкви на международных рынках. В документе Федеральной полиции Швейцарии от 2007 года, полученном российским телевидением «Дождь», говорится, что Виталий К. продал в Швейцарии нефти на сумму около 2,5 миллиарда долларов. В частности, деньги должны были попасть на счет в Union Overseas Bank в Женеве, а затем распределиться между различными офшорными компаниями. Виталий Кириллов. На что я могу вам сказать о нем, друзья? На мой взгляд, это сын патриарха Алексия. На мой взгляд, я могу ошибаться, друзья. Бастарды есть бастарды. Но нефть Алексий не доверял никому. Да, у него был друг, которого он поставил главным, но главнее всех это был человек, который напрямую торговал нефтью. Виталий Кириллов, который, да, друзья, проживал в Швейцарии. Мне приходилось с ним летать на самолете. Рядышком сидели, разговаривали. А в 1995 году Виталий открыл художественную галерею в Женеве, которую открыл сам патриарх Алексий. Что я могу сказать, друзья? Виталий К. Алексий. В то же время Кирилл, курировавший международные отношения Русской Православной Церкви, сопровождал патриарха в Швейцарию. Виталий Кириллов привлек внимание швейцарских властей. В 1998 году они возбудили расследование и заблокировали миллионы на его счетах. Полиция шпионит за вечеринкой, организованной Виталием Кирилловым в ночном клубе «Кабаре» того времени «Максим». Так рассказывают жители Женевы, который работал на бизнесмена. Но в 2004 году процедура в отношении него была закрыта из-за отсутствия сотрудничества со стороны российских властей. Так говорит сегодня Женевское правосудие. А считавшийся невиновным Виталий К. исчез из Женевы в начале 2000-х, оставив множество неоплаченных счетов, в том числе кольцо на 180 тысяч франков, заказанное у одного из самых шикарных ювелиров города. Связаться с ним не удалось. Итак, друзья, уровень жизни иерархов в 90-х годах прошлого века православная церковь это значительно выросло за счет, конечно, нефти, сигарет, как ни странно, да, и многого чего другого. И алмазов, конечно, алмазы тоже проходили. Об этом свидетельствует количество дворцов, который Кирилл занимал после своего избрания, как пишут об этом в Швейцарии. То есть количество дворцов, которые Кирилл занимал после своего избрания патриархом в 2009 году, помимо официальной резиденции в Москве. По данным российской «Новой газеты», у него есть комплекс дач недалеко от российской столицы. Дворец на Черном море, получивший название «Церковный центр духовного просвещения». И еще одно недалеко от Санкт-Петербурга, которое, как говорят, обошлось государству, именно государству, друзья, а не церкви, в 40 миллионов франков. У русского населения патриарх Кирилл имеет, в общем-то, большое уважение и почет. А сам Кирилл имеет большое пристрастие еще и к швейцарским часам. Но не было в России часов. Полет был, еще какие-то там русские фирмы. А вот хороших швейцарских фирм не было. И
В 2009 году на его запястье, на руке, конечно, мы видим брикет, который российская позиция оценила примерно в 39 тысяч франков. В 2020 году он уже фотографируется с Улисс Нарда. То есть это он снял дорогие часы, одел недорогие, чтобы, ну, друзья, чтобы не особенно-то и показывать. Швейцарские связи Кирилла принесли ему пользу и в других отношениях. В 2001 году женевский бизнесмен Александр Д. якобы подарил квартиру площадью 120 метров в престижном районе в Санкт-Петербурге двоюродному брату Кирилла. По данным независимого российского СМИ «Проект», Александр Дмитриевич купил тогда Кириллу недостроенный дом, принадлежащий священнослужителю в Подмосковье. То есть это уже второе, да? Неизвестно, сколько Кирилл смог заработать на операции. Как и причины этих сделок, Александр Д. не ответил на вопросы журналиста. Он серб по происхождению, активно работающий, в частности, в энергетическом секторе. И, похоже, имеет очень близкие отношения. В Цюрихе он руководил компанией, которая в 2008 году перешла к немцу Матиасу Варнигу, бывшему секретному агенту Штази и личному другу Владимира Путина. Видите? А теперь делайте выводы. Штази – это КГБ немецкое, КГБ российское, Владимир Путин, торговля нефтью, алмазами, сигаретами, приобретение больших вилл на разные имена, связи большие с итальянскими олигархами, причем старой крови, те, которые Саваретти, это Никола и Андреа Саваретти, сыновья итальянского промышленника, которые предоставили Кириллу квартиру в Курмайоре. Что касается патриарха, то он продолжает проповедовать по линии Кремля, как пишут об этом швейцарские газеты. И с начала войны Кирилл больше не говорит о своей любви к Швейцарии. Но это не значит, что он лишился собственности в Швейцарии. Швейцарцы ищут, да, чтобы найти собственность и опечатать ее. Но раз эта собственность принадлежит кому-то и записана за чьими-то другими именами, то как же они могут арестовать? А никак. Кирилл хит и умный человек. Он не допускает оплошностей. Поэтому сколько бы швейцарцы ни бились, я думаю, что они вряд ли что-то найдут. А если и найдут, то не все можно обнародовать. Вот такая ситуация у нас с вами с патриархом, который очень любит Швейцарию, Женеву. И не просто любит, он здесь вырос, друзья. Это его страна. Кто ты такой, патриарх Кирилл? Кто ты такой, Владимир Михайлович Гундяев? Кто ты такой? Где ты родился? Где твои корни? В 24 года тебя поставили представителем во Всемирный совет церквей. В 24 года? Да кто ж ты такой? Вот здесь-то вопрос, и, конечно, бастардство, друзья, возникает очень сильно. Бастарда ли или нежный друг? Ведь у нас только две функции сейчас работают. То есть родство или дружба. Такая особая дружба, где всегда кричат «Гойда!». Я Танька Рацуба, Сеид Бурхан.